Поздравляю с победой, командор! Теперь вы на шаг ближе к тому, чтобы найти необходимый нам образец биотоксина. Ангелос, конец связи. Командор, хорошие новости. Да, нам удалось выделить последнюю часть необходимой нам генетической информации. Предварительное сканирование показало присутствие на Тифоне того самого улья, который мы ищем. Я загрузил местоположение улья на вашу карту. Мы обнаружили вожака основного улья, командор. Тиран — важнейшее связующее звено между флотом улья в космосе и организмами на поверхности планеты. Уничтожив тирана, мы временно дезорганизуем тиранид и заставим их отступить. Это слабые точки, которые вы должны использовать, чтобы продержаться до прибытия флота Ордена. Уничтожьте монстра! Сердце улья. Отлично, Авитус. Но тирана так просто не убить. Приготовиться к сражению. Цель уничтожена. Приказ принят. Авитус атакован! Покажем нашу ярость. Нас атакуют! Да исполнится воля его! Мы связаны с ближним боем! Рождение улья! Граната к бою! Граната! Пошел в рукопашную! В ближнем бою мы не можем разорвать дистанцию! С чудовищем покончено. Скорее в укрытие, братья! Вижу цель. Готовы к бою! Освободите подобных! Нас обнаружили! Готовьте все свое рвение, братья! Огонь из всех орудий! Наш гнев вновь нашел свою цель! Чем? Оружие! Огонь из всех орудий! Мы были атакованы! Ничто не помешает мне поразить цель. Вперед! Покажет лишь нашу ярость. В клочья! Ликвидировать тиранию! Отлично сработано, братья! Нас атакуют! Нас обратили! Целый
прикрытие. Авитус атакован. Сила наших врагов растет. Только скажите. Продвигаемся до совершения вылета. Я атакую. Я слушаю. Готовы к бою. Сосредоточить огонь. Порождение узкая нервного. Точка защищена, врагу не отобрать ее. Это смерть. Прекрасный. Ликвидировать героизм. Я всегда готов к бою. Не время бежать. Враг еще достаточно силен. Отрядские алтарные были атакованы. Уничтожим врага. Осторожнее. Вперед. Покажем. Враг уничтожен. Следующая цель. Докладывай, Сирос. Покажем такой. Вспомнится боли. Нас атакуют. Отдыхать. Враг еще достаточно сильно уничтожен. Что не сможет помешать праведным воинам?